Есть А это. что ты мне посоветуешь? Начинать играть, чтобы ознакомиться с игрой, понять, как крафтить, как Что нашивать хотели? предметы, по типу консервы и т.д. И хотели. На Мы к тебе пришли, что ли? PvP и выживание обычное. А кто к кому пришел? Че ты в меня целишься вообще? Чего? Че ты убегаешь-то? Че целишься и убегаешь? Че, сказать нечего? Ого, вот тебе и на. Так я ж тебе задал а вопрос. Что тебе сказать? Какой ты мне вопрос задал? Че ты меня целишься? Ты целишь? Ну просто прикололся. Да ладно. Хотел бы убить, убил. А, да ладно. Серьезно? Ну ладно, прикинь. Да. Вот вам и да. Типа, чё ты к нам пришел? Какая себе предъява, да? Кто мне там, типа, сервер этот советовал? Что тут люди такие играют? Адекватные, да? Да, чудесненько. То есть кепка приходит на Зеленогорск, лутация, короче. Такие, мол, а чё ты сюда пришел, да? Охуенно вообще. А чё ты сюда пришел? Я не знаю, как на этом сервере, там я в правилах не читал, но... Целиться в игроков обычно запрещено. Ух, да. Это, короче, сервер для адекватных людей номер 2. Так ты, оказывается, амбициозный стример, да? Тот ты такой и бычный. В смысле бычный. Нам только блохеров тут не хватало. Наверное, прибежал, не хватало. Тут чё, ствол поднял, тут раскачивать что-то начал. И чё? И чё? Вон почему. Не понимаю таких. Да ничего. Здесь ну дружелюбная ничего, так комьюнити. Тогда. Комьюнити дружелюбная, да? Дружелюбная комьюнити, да, не целится в тебя оружие. Дружелюбно ведем. Чё вы ведете дружелюбно? Ну, знаете ли, ты самый агрессивный человек на сервере, кого я встретил. Да ты ладно. Сразу выкупили, что ты не местный. А, ну понятно. Давайте удачки тогда. Давай.